вовсе не поверите, она настолько обалденная, что я даже сама не ожидала, что она получится у нас большие гастроли без концерта. По другим программам и закрывали сезон, и вообще «Золотой мизаль» Чайковского, и поэтому там классика, классика, не классика. И вот теперь актеры, самое для меня ценное. Как тут быть, сама реши. Обрати свое внимание на покор моей души. От тебя в стороне я горю наедине. И никакой огнетушитель не поможет больше мне. Нет дыма без огня. Вообще, три года, которые прошли, это уже, я считаю, какая-то традиция, а четвертый год. Поэтому получается, что традиционный вот этот летний фестиваль, который называется, мы, правда, проводили его раньше несколько дней, но в этот раз просто из-за актеров мне надо было все скомпоновать, и поэтому получился один такой, на самом деле, фестиваль тоже. Программа, ну что я буду рассказывать про программу, когда она делает некоторые открытия. Например, я начну с того, чем мы заканчивали в большом зале консерваторный сезон. Это то, что никто никогда не видел. А это исполнялось тем оркестром, который был создан, по идее, вот того человека по фамилии Пурсель, который просто вот со мной, вот единой мыслью. Я так удивилась, у него струнный оркестр, где превалирует скрипки. И он хотел, чтобы, то есть то, что я вообще добиваюсь, чтобы все пассажи, не только я сама играла, а играли все скрипки вместе, это вообще нереально. Это не просто унисон, там скрипаче, а это пассаж, виртуозный. От всего, почему я не знаю сам, я поверил твоим. Теперь скажу тебе, ты одна в моей судьбе, ты одна в моей судьбе. Многое-многое то, что вы даже себе не представляете. Говорю о необычности программы. Ну, необычность программы, она же должна быть как-то. Вот необычность во всем. Вот этот Курсель, Домогаров, который поет. Это же не буду, он сам расскажет. Потом. А он тоже выступает. Поэтому, ну что тут говорить, понимаете, это веселая, интересная программа. Только любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Необыкновенные глаза, необыкновенные глаза. Вот пришел человек, благодаря которому все у нас происходит. Это Антон Боденков, который, собственно говоря, здесь живет, и который захотел, чтобы здесь зазвучало для наших тех, кто захотел, зазвучало музыку. Счастье мое, я нашел в нашей дружбе с тобой. Все для тебя, и любовь, и мечты. Счастье мое, это радость, цветение весной. Все это ты, моя любовь.
Скажите еще пару слов, вы же в этом поселке живете. Вы живете, у вас есть дача. Правильно? Как давно вы на этой даче? Как вообще вы здесь? Нет, ну это вообще родовой, понимаете? Это родовой, это не просто так. Мы здесь живем, мы друг поселились, и значит, это родовое. Если можно так сказать, оно не явление, конечно, но место. И поэтому вот произрастает вообще-то из родного места. То есть это малый род. Вот так считаем, что на малой розе мы решили. Азиатские желтые реки, азиатские белые горы. Раз увидел, так это навеки, а забудешь, так это не скоро. Азиатские пыльные тропы, азиатские старые люди и кусочек моей Европы у пропеллера в белом барюке. Вы живете этого поселка, правильно? Поселка Мир. Верно, да. Скажите, как вы вообще сюда попали? Это же поселок деятелей науки и искусства и литературы. Ну, может, я тоже деятель науки, по крайней мере, мой отец точно. Он идет 80 лет, он пишет книги. И мы всегда жили в Дуковке, где тоже были свои традиции. Но Дуковка и жила свой век, поскольку все застроилось. А этот поселок как раз продолжение того, к чему привык с детства. Так что здесь ничего удивительного. Это концерт, фестиваль уже, да, собственно, стал. Вы были одним из инициаторов. Да. Как это было? Вы предложили с вами Борис? Это совместное решение, потому что Свет потрясающий человек, и она ко всему относится очень трепетно, и она хочет всю свой талант, всю искру как можно больше поделиться с людьми. Поскольку она тут живет, и если есть такая возможность, конечно, надо использовать. Поэтому это наше совместное решение, которое уже какой год проходит, мы этому очень рады. Я правильно понимаю, что когда-то здесь тоже проводились концерты? Я так давно не жил здесь. Не слышали об этом ничего, да? Да, нет, не знаю. То есть мы это просто решили, что надо использовать и слушать, и не только, чтобы вообще все, кто мог, хотел, выступал на сцене. У нас еще и дети выступают, другие какие-то из программы, чтобы была жизнь. Спасибо большое. Спасибо.